Понимаешь, Вика, я хочу тебе кое-что сказать, вот только не знаю как, чтобы ты не обиделась. Говори честно. Знаешь же, я люблю правду. Хорошо. Я хочу пойти на день рождения одна. Как тебе не стыдно? Вот ради приличия хотя бы ты могла что-нибудь соврать, а? Все за тобой идут одни, а я как дура с няней. Это же унизительно. Ксюша, я тебе скажу, вот сколько времени я работаю у вас в этом доме, а? Ну, за это время ты могла бы научиться приличному вранью. Вот, например. Здрасте, Жанна Аркадьевна. Бог ты мой, до чего гламурный прикид. Правда? Да. А он не слишком строгий? Не-не, ну шо вы, так сексуально смех. О. Девочки из Виагры рядом с вами просто монахини, ну. Вот так надо врать, чтобы не обидеть человека. Только не переборщи. Если вычислят, сразу начнут мстить. Да, кстати, да. Вика, милая кофточка, у вашей бабушки отличный вкус.